بلد تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Каждый из нас сейчас установил для себя какой-то план. Каждый из нас. Но в этом кораническом плане, на нашем пути заучивания книги Аллаха Свят Он и Велик, есть три важные вещи, которым все мы должны следовать. Первый и важный пункт заключается в том, чтобы ты проявлял гибкость в своем плане по заучиванию Корана. Не дави на себя. Сегодня, например, если ты обычно учишь наизусть по две страницы в день, но вот у тебя наступили дни экзаменов, ты испытываешь семейное или социальное давление, тогда учи меньше. Это не проблема. Обычно в день ты повторяешь по джузу или по два джуза. Сейчас ты увидел, что тебе трудно продолжать в таком же темпе, неважно из-за каких обстоятельств. Значит, повторяй меньше. Эта гибкость важна. Второй момент. В течение всего твоего коранического путешествия, когда ты учишь наизусть Коран, пользуйся выпадающими тебе ценными возможностями. Как это? Вот наступил Рамадан. Рамадан — это месяц Корана. В течение этого месяца больше учи Коран. Воспользуйся этим шансом. Ты посетил Мекку, приехал в Медину, в эти прекрасные священные места. Увеличь в них свое заучивание и повторение. То же самое касается и коранических конкурсов. Главное во всем этом то, чтобы ты увеличивал свое заучивание и усердие каждый раз, когда тебе выпадает какой-то шанс или золотая возможность. Третий очень важный пункт, чтобы ты сам оценивал свой коранический план. Постоянно, время от времени, пока ты заучиваешь Коран, находишься на своем кораническом пути, спрашивай себя, правильно ли я выполняю свой план? Правильно ли я сегодня занимаюсь повторением? Я установил для себя план, согласно которому должен выучить Коран через год или два. Правильно ли я следую этому плану? Также об этом спроси своего шейха, спроси своих коллег, которые состязаются с тобой в заучивании наизусть Корана. Три эти пункта очень-очень-очень важны, когда ты учишь наизусть Коран. Из соизволения Аллаха, если ты будешь внимателен к этим трем вещам, Господь миров облегчит тебе исполнение твоего плана, иншаллах. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم. Сейчас мы находимся в Кораническом центре Шейхуль-Исляма Мустафы Эфенди. Этот центр специализируется в обучении молодежи и детей книги Всевышнего Аллаха. Удивительно в этом центре то, что Коран в нем заучивают наизусть всего за один год. Один курс длится целый год. Набираются 35 учеников, которые учат Коран. При этом учащиеся не ходят к себе домой. Они здесь живут, едят, здесь же заучивают Коран, пока по окончании всего курса не выучивают весь Коран полностью. Увидев этот центр, я захотел встретиться с одним из его учителей и шейхов, чтобы он рассказал мне о своей методике, о том, какой распорядок для учащихся в этом центре и как они заканчивают заучивание книги Аллаха, Свят Он и Велик. Шейх Хусейн, наш устаз, какой ежедневной методики вы придерживаетесь, чтобы ученики выучили наизусть книгу Аллаха? Программа начинается во время тахаджуд намаза,
Сначала они делают тахаджуд намаз, ученики молятся, и после этого они начинают учить наизусть, до фаджр намаза. После фаджр намаза они немного отдыхают. С нами один из учеников этого благословенного центра. Он родом из республики Таджикистан. Его зовут Абдур-Рахим. Он знает наизусть весь благородный Коран. Мы бы хотели послушать, как он читает Коран. Сколько страниц в день учат ваши студенты? Когда учащийся приходит в наше медресе, мы проводим экзамен. Например, мы проверяем, за сколько часов он может выучить наизусть одну страницу. Это его проверка. Если он выучивает за час или два, мы принимаем этого ученика и ставим условие, чтобы каждый день он занимался заучиванием Корана 9 часов, чтобы ежедневно выучивал примерно от 3 до 5 страниц. Да воздаст вам Аллах благом, и да благословит вас Аллах. На самом деле, в Турции я побывал во многих коранических центрах. Мы с братьями и нашей командой извлекли для себя пользу, увидев несколько методик заучивания, практикующихся в Турции. Например, в этом центре Коран выучивают за год. Спустя год после начала учащийся завершает заучивание книги Аллаха, Свят Он и Велик. Также мы видели османскую методику заучивания и другие разные методики. И все они, в конце концов, приводят к заучиванию наизусть и служению книги Аллаха, Свят Он и Велик. Сейчас с нами чтец из Индонезии. Его зовут Нури Заман. Я, конечно, спросил его, ты уже выучил Коран или тебе сколько-то осталось? И он ответил, до полного заучивания благородного Корана мне осталось 23 дня. Он учится в этом центре. Здесь учащийся проводит целый год ради того, чтобы выучить благородный Коран полностью. Он говорит, что ему осталось 23 дня. Я прошу Аллаха Свят Он и Велик принести пользу посредством того, что он станет хафизом. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. До чего приятно увидеть человека, который трудится, приезжает из другой страны, из Индонезии, в Турцию, чтобы учить Коран. Он стремится к этому Корану и знает, что Коран — это то, что принесет ему радость и счастье в этой дунии и возвысит его в ахирате. Эти примеры. Мы с братьями приехали сюда только для того, чтобы взять пример с подобных людей, да сохранит их Всевышний Аллах. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان
Также я мечтаю о том, чтобы в каждом доме был хафиз, в совершенстве знающий Коран, как Абдур-Рахман Джамаль, с которым я встречался в Арабской Республике Египет и насладился беседой с ним. Шейх Абдур-Рахман, расскажи нам, как ты начал учить Коран наизусть? Я начал учить Коран в 7 лет с шейхом Саидом Абу Табихом. Да. Шейх Саид — это отец маленького Мухаммада, который выучил Коран 8 лет. Отец Мухаммада. Я учился у него, начиная с 3 класса начальной школы, и закончил учить Коран в 5 классе. Сколько примерно тебе было лет в 5 классе? 11 лет. В 11 лет ты уже выучил весь благородный Коран. Маша Аллах, Табарак ар-Рахман. Потом я учил Коран с таджвидом. Да. Меня также проверял шейх Саид. Да. И после этого я закончил учить таджвид с шейхом Саидом, когда учился в 3 классе средней школы. После этого я учился у шейха Абдур-Рахмана Аль-Бадра и научился у него 10 караатам. Маша Аллах, Табарак ар-Рахман. Хорошо, начнем проверку? Да, пожалуйста, шейх. Да благословит тебя Аллах. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Это из какой суры? Простой вопрос. Из суры Аль-Бакара. Да. Этот аят идет с начала страницы. Аят 120. 120 аят. Машаллах. Я задал вопрос по суре Аль-Бакара. И к мастерству шейха Абдур-Рахмана Джамаля, машаллах, относится то, что он сказал, что этот аят находится в начале страницы. И номер аята 120. Он помнит Коран с номерами аятов. И я прошу Всевышнего Аллаха сохранить его. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Это какая сура? Это сура Ан-Нахль. Машалла. Какой аят? Начиная с аята, который вы прочитали? Да. Это был 120-й аят. Машаллах, Табарак ар-Рахман. Как приятно сидеть с человеком, который в совершенстве владеет Кораном и на самом деле знает Коран наизусть. Есть те, кто знает Коран, но не повторяет его и забрасывает. Ты можешь попросить такого человека прочитать с какого-то места, и он не сможет этого сделать. И есть большая разница между такими людьми и другими, подобными шейху Абдур-Рахману. Я прошу моего Господа сохранить его и увеличить Коран в его сердце. Вы видите, насколько он искусен в Коране. Аллах сказал: «Воистину, мы не спаслали напоминания, и мы оберегаем его. Я прошу моего Господа утвердить Коран в их сердцах». Когда ты учишь Коран, хорошо будет, если ты прочувствуешь награду, которую получишь от Господа миров. Какую награду ты получишь за то, что выучил наизусть книгу Аллаха, свят он и велик? Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его семью, говорит: «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из книги Аллаха, запишется одно доброе дело, хасанат, а за каждое доброе дело воздастся 10-кратно». Мы не говорим, что алиф, лям, мим — это одна буква. Нет. Алиф — буква, лям — буква и мим — буква. То есть алиф, лям, мим — это уже 30 хасанатов. И Аллах прибавляет награду тому, кому пожелает. Посчитай вместе со мной, сколько букв в Коране? Во всем Коране более 320 тысяч букв. Если учесть ту милость, которую дарует Господь миров, и о какой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул в этом хадисе, если за каждую букву 10 хасанатов, всего за одно прочтение Корана человек получает 3 200 000 хасанатов. Кто из вас не желает получить такую награду? О хафиз Корана, прочувствуй эту милость Аллаха, свят он и велик. Остался ли среди нас кто-то, кто еще не начал учить Коран? للعابدين مدى السنين
على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا